Ярмарке дорогу автомобилистам Екатеринбурга придется подвинуться, чтобы дать место очередному празднику урожая. В воскресенье на площади 5-го года снова будет бойкая торговля. На прилавках в основном будет мясная и колбасная продукция, но здесь собираются продавать также и рыбу, овощи и сладости. Все это домашнего производства. Цены предприниматели обещают не накручивать, ведь аренда прилавка минимальна. Завлекать покупателей станут скоморохи и зазывалы. С частушками они будут разгуливать между торговыми рядами. Ярмарка откроется в 9 утра и проработает до 5 вечера. На это время парковку на площади закроют.